Всем привет на канале Александр М. Брест. Сегодня к нам в гости попала пневматическая орбитальная шлифмашинка, которая неправильно работает. То есть под нагрузкой вообще не тянет. Поэтому давайте разбирать. Для начала берем ключ, вставляем между корпусом и платформой, ну и естественно откручиваем платформу. Первым делом проверяем подшипники эксцентрика. Они у нас, ну, вообще заклинившие. То есть шлифмашинка в принципе с такими подшипниками работать правильно не может. Помимо этих подшипников проверим также подшипнички, которые находятся в двигателе. Давайте для удобства снимем вот этот кожух. Для того, чтобы достать двигатель из корпуса и проверить подшипники, нам необходимо открутить вот эту алюминиевую запчасть. Обратите внимание на вот этот и вот этот клычок. Это зацепы для спецключа, с помощью которого как раз эта алюминиевая запчасть и выкручивается из корпуса. Вот как выглядит спецключ. Ну, если быть точнее, это вообще как бы труба, из которой я просто заколхозил то, чем можно открутить. Но, как показала практика, работает оно не хуже, чем спецключ. Поэтому давайте откручивать. Берем нашу орбиталку, берем супер-мега спецключ. Прицеливаемся. Ну и, естественно, откручиваем. После того, как наша алюминиевая деталька выкручена, тянем на себя. Для того, чтобы разобрать двигатель дальше, необходимо снять стопорное кольцо. Снимаем. После того, как стопорное кольцо снято, можно разбирать. Для того, чтобы долезть до подшипников эксцентрика, надо здесь почистить сначала. А ну-ка, все в пылище, в грязище, непонятно где что стоит. У нас здесь стопорное колечко должно быть, которое нам необходимо снять, для того, чтобы достать держатель с подшипниками. Для этого достаточно под рукой иметь острую плоскую отвертку. После того, как стопорное колечко снято, достаем. Ага. По идее, как бы легко должно было доставаться, но, увы, видимо, подшипник подприржавел. Поэтому немножко поможем отвертками. Вот так. Обратите внимание, уже подшипник начал выходить. По мере того, как подшипник будет выходить, просто добавляем количество проставочек и таким же образом снимаем дальше. С помощью двух отверток. Вот так просто снимаются вот эти подшипники с держателем с помощью двух плоских отверток и кучи наставок. Для того, чтобы снять наши подшипники с держателя, необходимо снять стопорное колечко. Кстати, заклинил только самый нижний подшипник. Верхний еще крутится. Но менять, естественно, будем оба. При установке съемника приподнимайте пыльник, чтобы его не повредить. Потом только зажимаем съемник, ну и, естественно, снимаем подшипники. Ну вот, в принципе, все, что нам необходимо было разобрать, мы разобрали. Поэтому чистим и смотрим конкретно, что будем менять. Давайте сразу проверим подшипники, которые стоят в двигателе. Ну, в принципе, чего и стоило ожидать. Они постоянно в смазке, поэтому состояние у них удовлетворительное. Их менять не стоит. Итого под замену. Два подшипника эксцентрика, которые вот здесь вот стоят. Резиночка, вот здесь, которая стоит, на мой взгляд, она немножко просела. И папку. Папка здесь вообще убитая. Для начала установим подшипники на эксцентрик. Вместо старых буду ставить 6001 НСК. Первым делом ставим металлическое колечко и пыльник. И уж после этого начинаем ставить подшипнички. После того, как пыльник и подшипники установлены, ставим стопорное колечко.
Затем берем подшипники и устанавливаем их внутрь нашего эксцентрика. Когда все почищено, входят они вручную. После этого берем стопорное колечко и устанавливаем. Ну вот наш эксцентрик и собран. Теперь можно собирать двигунчик. Берем наш эксцентрик, берем нашу закручивалку и ложим вверх резинкой. Затем берем нижнюю платформу и устанавливаем. После этого устанавливаем шпоночку. Я тут сразу маслицем для пневмоинструмента все промазывать буду. Вот, для того, чтобы все изначально было смазано. Так, потом вставляем наш барабан. В каждый паз для лепестка капну маслица пневматического, опять же. После этого можно устанавливать лепестки. После этого берем наш цилиндр, ну или корпус двигателя, как угодно называете, и вот этим штифтом попадаем вот в это отверстие. Вот так. Затем берем верхнюю крышку и опять же попадаем отверстием на штифт. Вот так. Остается всего лишь поставить стопорное колечко. Вот так. Все, двигатель у нас уже не развалится. Буквально пару капелек пневмомасла сюда, для того, чтобы смазать наши лепесточки еще чуть лучше. И можно приступать к установке двигателя в корпус. Но прежде, как я и говорил, заменим резиночку вот эту. Теперь ответственный момент. Обратите внимание вот на эту выемочку. И вот на эту полосочку. Эта полоска как раз-то и обозначает расположение этой выемки. Вот этой частью, то бишь торчащим из корпуса двигателя штифтом, мы должны попасть в ту выемку. Если же по какой-то причине у вас это не получится, то воздуховодные отверстия, которые находятся в нашем цилиндре, не совпадут с воздуховодными отверстиями, которые находятся вот в этом алюминиевом корпусе. И в итоге шлифмашинка не будет работать. Поэтому сначала хорошенько прицеливаемся, а потом вставляем наш двигатель. Ориентируясь по вот этой меточке, промазать довольно-таки проблематично. Так что, я думаю, проблем ни у кого не возникнет. Вставляем двигатель, ну и, естественно, прикручиваем нашей алюминиевой деталькой его. Как ранее говорилось, заменим папку. Перед тем, как устанавливать папку, обязательно чистите отверстие, в которое будете его вкручивать. Там у нас типа сеточка такая. Проследите, чтобы на ней, на этой сеточке, не было никакой грязюки. Ну вот и осталось поставить на место кожух и платформу. Ну вот и настало время проверки. Чуть-чуть лучше, чем новое. Ну а я надеюсь, что видео было полезным, поэтому подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео, ну и хватит.